Уберите камеру, уберите камеру. Пожалуйста, не надо снимать. Я вас очень прошу, уберите камеру. Мы во всем разберемся сами. Пожалуйста, не надо снимать. Не надо снимать. Я вас очень прошу. Извините, женщина. Да, я буду объяснять вам ваше. Давайте. Владимир Михайлович, не надо, все и так понятно. Сейчас разберемся. Давай. Так. Все, убирайте. Так, на единую носить. Уносите, давайте. Ровно 10 голосов. Пожалуйста, в туалете лежала стопка бюллетеней. Пожалуйста, вот здесь все. Печать официально. Пожалуйста. И вот бюллетени, вы видите, что галочки проставлены. Давай, давайте посмотрим. Сейчас в туалете 10 штук бюллетеней. 10 штук бюллетеней. Я не снимаю ваше лицо, не волнуйтесь, пожалуйста. Вы подтверждаете это? Да. Вы являетесь просто жительницей района, пришедшей проголосовать. Спасибо. Что? Что не устраивает? Я имею право осуществлять свою профессиональную деятельность. Вот такие бюллетени раздают... Нам раздали в управе района Мневники. Как видите, на них уже проставлена галочка «За Единую Россию». Также нам выдали вот такие открепительные. Мы, как представители средств массовой информации, не собираемся участвовать в фальсификации средств голосования. Вот у нас и партия жуликов. Да, вот, пожалуйста. Вот. Ну, обратите внимание. То, что предвыборных жуликов, это 100%. Префектура участвует, префектура в сговоре. Значит, я требую сейчас от Следственного комитета заведения уголовного дела по соответствующим статьям. Мы проконтролируем заведение уголовного дела. Есть свидетели, есть уликовый материал. Значит, сейчас против фальсификации выборов это граждане страны, в отличие от многих других. Это настоящие граждане страны, у которых есть гражданская позиция. Это очень важно. И вот сегодня с этими людьми надо беседовать. Потому что граждане страны имеют обостренное чувство собственного достоинства, о котором это в диалоге с народом, это признание ошибок, это пересмотр наиболее одиозных результатов выборов, это ответ делом, а не попытка, еще раз подчеркиваю, спрятаться за мы должны заниматься там утра. У нас была встреча с некой Анной. Фамилия, к сожалению, мне неизвестна. Эта Анна являлась в данном случае координатором всего этого действия. Она собрала нас. Порядка, по-моему, 26 человек. В конечном итоге, когда мы пришли в префектуру, нас стало 40. А просто ветру отлавливало? Нет, это люди целенаправленно приехали. Тем временем еще группа журналистов. В частности, я вчера вечером ей отзвонил, назвал свои паспортные данные, сказал, что какая-то формулировка, что я звоню по поводу подработки. За это дело платят. 1000 рублей, в смысле, за... Запрос 70 голосов по 10 на каждом участке, 7 участков по району. Собственно, нас проинструктировали, выдали сумочки, которые там лежат, их хорошо видно. В каждую сумочку запихали по 10 бюллетеней, дали липовые, не липовые, настоящие открепительные удостоверения человека, который не ходит на выборы. Плюс нам дали, у меня Гудков отобрал талончик проездной, который является опознавательным знаком, который нужно показать председателю комиссии, чтобы она поняла, что мы жулики и воры. И выдала нам бюллетень, не забирая открепительное. Открепительный паспорт остается у нас. Мы идем с бюллетенем, в него вкладываем 10 уже проставленных бюллетеней. Там стоит галочка за 6 пункт. Подошли к урну, кинули, ушли. И так 7 раз по 7 участкам. Собственно, мы не дали бросить, чтобы не было повода этим... Thank you.
американский телеканал Fox News показал сюжет об акциях протеста в центре Москвы, только перекрыли его кадрами не из российской столицы, а из греческой. В Афинах в минувшие дни проходили демонстрации, их устроили анархисты. Они забрасывали полицию камнями, бутылками и коктейлями Молотова. В эфире же Fox News прозвучало: это Москва, акция тех, кто не согласен с итогами парламентских выборов. Видео даже выложили на сайте телекомпании, но потом, видимо, все-таки обнаружив ошибку, убрали. Ссылка не работает.